Всем привет, меня зовут Аня, я персональный стилист, и это канал о моде и немножко о моей жизни. И я сижу тут без украшений, без всего, потому что сегодня мы с вами будем повторять образы с Pinterest. Я надела просто белую майку для того, чтобы потом от этого уже отталкиваться. Я выбрала 6 образов, которые мы постараемся повторить. Они, возможно, будут не до конца прям идентичны, но должно получиться классно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И я предлагаю не затягивать и сразу приступить, потому что мы с вами сейчас переместимся в другую часть комнаты, где я вам буду показывать эти образы. Приятного просмотра! Итак, я предлагаю начать. И первый образ у нас с вами из черных брюк, черных ботильонов, белой майки лонгслива, если честно, не особо понимаю, потому что здесь пальто. Собственно говоря, серое пальто и черная сумка. Ну и аксессуары. Сразу говорю, у меня нет серого пальто в полоску, у меня есть просто серое пальто, поэтому мы с вами его сюда и вставим. И я предлагаю начать обыгрывать этот образ. Итак, наш с вами образ первый. Повтор с Pinterest готов. На мне серое пальто манго, белая майка бифри, черные брюки Зарина и мои ботильоны черные на малюсеньком каблучке от Zara. Сумка Жакнюс, собственно, как и в нашем образе. Сережки Бифри, цепочка AliExpress. И заканчиваем образ очками. Обычными черными базовыми. У меня это Balenciaga. И наш образ готов. К сожалению, я не могу сделать так, чтобы вы видели меня в полный рост, но могу сделать вот так. Переходим к нашему второму образу. Тут все тоже довольно просто. Здесь мы видим жакет, черные брюки, черную сумку и черные лоферы. Образ, кстати говоря, очень классный. И сейчас такие укороченные модели верхней одежды, либо же жакетов, пиджаков укороченных. Очень актуально, стильно, модно, носим. Наш второй образ готов. Итак, здесь у меня все те же брюки Зарина. Кардиган лайм, к сожалению, у меня нет просто белого жакета, поэтому будет в полосочку. Сумка Зарина. Лоферы Массимо Дути. Никаких украшений я, к сожалению, в этом образе не увидела, поэтому оставила те же, которые были. И, конечно же, черные очки у меня все те же Balenciaga, потому что у меня нету более похожей на эти формы. И вот такой вот образ у нас получился. У нас с вами сегодня будет мешанина из уже летних образов и более таких на конец апреля или начало мая, когда еще можно походить в пальто на майку. Следующий образ у нас с вами из обычной белой футболки и юбки атласной, но атласной юбки нет, поэтому у меня будет платье-комбинация. И тапочки. Я вижу тут еще браслеты и кольца, поэтому сейчас мы с вами немножко отыграемся по украшениям. Встретимся с вами через 1 секунду. Итак, наш с вами третий образ. Не скажу, что он нравится мне прям на все 100%, потому что у меня нет такой длинной футболки, как на фотографии, как выяснилось, но футболка Wildberries, платье лайм, оно немножко мятое снизу, я очень сильно за это извиняюсь, но надеюсь, вам этого не видно. Моя все та же сумка Зарина, и, к сожалению, я продала свои тапки, которые точно такие же, как на фотографии, по типу биркинштоков, у меня были от Zara, поэтому что-то подобное от Pull&Bear, я сейчас ищу себе подобие биркинштоков, потому что я люблю эту модель, она мне очень сильно нравится. И
украшения. Браслет Louis Vuitton, кольца Be Free, а это кольцо AliExpress. Сережки я не надела, потому что я не увидела, какие там сережки, их там практически не видно. Да и у нас их тут тоже практически не видно. И вот такой вот образ у меня был. Итак, следующий наш с вами образ состоит из тоже атласного платья, кожаного тренча, кожаных ботиночек и сумки, и акцентных аксессуаров. Итак, что у нас по образу? Во-первых, у меня нету сумки багет подобной, как на референсе, но у меня есть что-то подобное от Манго, моя джинсовая малышка, поэтому взяла ее. Мой тренч от Фурли, платье Лайм. Все то же, что было в прошлом образе. И мои ботильоны из первого образа от Zara. По украшениям у меня серьги с Алиэкспресса и два кольца с Алиэкспресса. У меня не так много золотых украшений, поэтому довольствуемся тем, что есть. И вот такой вот образ у нас получился. Снова Аня из начала видео. Хочу сказать вам спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, на другие социальные сети. Запрещенка, Телеграм. Все ссылки я оставлю в описании. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока. Увидимся в следующую пятницу.